Это витрина, в которой периодически, примерно там раз в пару месяцев, меняются экспонаты. Очень часто это связано с какими-нибудь событиями, с праздниками, например, с важными датами, иногда с выставками, которые проходят в арт-галерее или в каких-то открытых пространствах. И эту Барби можно связать сразу с несколькими моментами. Ну, начнем с того, что 9 марта день рождения куклы Барби. То есть мы вот-вот скоро уже отметим ее 60-летний день рождения. И другой момент. В арт-галерее сейчас проходит выставка «90-е детей». И, конечно, кукла Барби занимает в детстве 90-х очень важное место. Ну, вот такая витрина. Вообще рекомендую следить за теми событиями, которые вокруг нее происходят. Всегда что-то очень интересное и неожиданное. Пару слов о самой кукле, которую мы здесь видим. Да, кукла Барби, это выпуск 1990 года, это мечта на тот момент девочек по всему миру, но эта Барби особенная. Она выпущена в 1990 году к так называемому детскому саммиту Барби, который проходил в ноябре в Нью-Йорке. Откуда вообще возникает идея этого детского саммита? Связывают эту идею с историей немецкой девочки Аники Польцин. Аника жила в Восточной Германии, очень хотела куклу Барби, но у нее не было возможности ее приобрести. И вот на момент падения Берлинской стены Анике примерно 6 лет, она очень хочет куклу Барби, и как только она и ее родители получают возможность поехать в Западную Германию, кукла Барби становится первой покупкой, которую они там совершают, чтобы вот ее малышку порадовать. В компании Mattel, которая на тот момент уже много лет производит кукол Барби, эту историю узнают, и возникает идея детского саммита, куда, конечно же, приглашают саму Анику, а также многих детей и подростков из разных стран. И на самом деле задачи этого детского саммита очень обширные. Предполагается, что дети и взрослые из разных стран, причем это очень влиятельные взрослые, они обсудят такие проблемы, как экология, как образование и его доступность для детей, как проблемы, с которыми ребята и девочки, и мальчики сталкиваются в школе, ну, например, сложности с одноклассниками. Проблем на самом деле предполагается обсудить очень много. Специально к саммиту выпускают вот эта прекрасная кукла, и средства с ее продажи должны пойти на благотворительность. Ну, они, в общем-то, и пошли. Это специальное издание, таких кукол было ограниченное количество, и, естественно, для таких специальных изданий над образом куклы очень тщательно работают. Ей придумали костюм, мы можем увидеть у нее на жакете такой аксельбант, который нам немножко напоминает детали военной формы. А в наборе, который сопровождал эту куклу, были небольшие ордена, которыми тоже ее можно было награждать. Мы здесь видим такую Барби-героиню, Барби-активистку, а за ней висит постер, который тоже был в наборе, где мы видим Барби в окружении ее подружек, которые одеты в такие же костюмы. Вот такая любопытная история именно этой куклы, но здесь можно уже задаться вопросом, почему маленькой Анике Польцин так важно иметь куклу Барби, почему компания Mattel в 1989 году задумывается о том, чтобы устроить детский саммит, и в 1990 его устраивает. То есть что это за кукла на тот момент? И здесь мы обратимся к истории куклы Барби, которая на самом деле очень долгая и довольно захватывающая. Ну, мы можем немножко углубиться в историю. Вообще, если мы посмотрим, чем дети играют на протяжении веков, чем девочки играют на протяжении веков, мы увидим, что всегда были куклы, которые изображают взрослых людей. И к какому-то моменту, там, к 19-му, например, веку, у этих кукол есть определенная задача. Они должны подготовить юную совсем девочку ко взрослой жизни. Она должна знать, как вести себя в обществе. Ну, мы говорим, как правило, про девочек там, из дворянской, например, или купеческой среды, которым очень важно уметь вести себя правильно. И вот они на куклах репетируют, как ходить друг к другу в гости, как подбирать наряды, как ходить в театр. Это все очень детально продуманные вещи, это все детально продуманные образы. Но мир довольно сильно меняется, и вот уже к середине 20 века почти все куклы, которыми играют маленькие девочки, изображают детей. Они готовят девочек к тому, чтобы быть матерью, чтобы ухаживать за детьми совсем маленькими. Очень часто сюжет кукол укладывают спать, кукол
кормят, кукол пеленают, куклам придумывают какую-то, ну скажем, образовательную деятельность. Но не все маленькие девочки все время хотят играть именно так. Это тоже, конечно, важно и интересно. Ну вот такая замечательная женщина, как Рут Хендлер, смотрит на свою маленькую дочку Барбару и понимает, что ее Барбаре интереснее играть с бумажными куклами, которые изображают взрослых девушек, которым можно менять наряды. Но она не только меняет им наряды, она с ними тоже репетирует эти взрослые сценарии. Ее куклы ходят на работу, ее куклы общаются друг с другом, ее куклы обсуждают своих там детей, мужей, подруг. То есть Барбара пытается в этом небольшом мире воспроизвести то, как она видит взрослую жизнь, очень для нее интересную. И она тоже пытается порепетировать вот эти сценарии, как она будет взрослой. И Рут Хендлер задумывается, а что, если действительно выпустить игрушку, которая бы позволяла девочкам играть во взрослую жизнь, но, как мы бы сейчас сказали, в 3D, такую объемную куклу. Рут Хендлер очень повезло, ее муж Эллиот и она сама были совладельцами компании Mattel, которая выпускала игрушки. Рут, естественно, идет к мужу с этой инициативой, но ее инициативу никто не поддерживает. Ей говорят, что нет, взрослая кукла, это как-то слишком провокационно, детям это на самом деле не нужно, и нужно эту идею оставить. Но Рут идею не оставила, конечно же, и однажды, в 50-е годы, она путешествует с семьей по Европе и там встречает ее. Это пока не Барби. Сейчас я вам покажу. Это кукла Лили. Вот так она на тот момент выглядит. Кукла Лили появляется в Германии, и это тоже игрушка не для детей. Сначала Лили появляется как персонаж для газеты Bild. И она изображает такую довольно легкомысленную, но очень красивую девушку, которая попадает во всякие нелепые ситуации. Лили очень наивный персонаж. Ее основное достоинство — это, конечно же, красота. И Лили не продается в магазинах для детей. Лили — взрослая игрушка. Она продается в табачных лавках. Ее приобретают взрослые люди, которые ее вешают, например, на зеркальце своего автомобиля или там хранят в кабинете. То есть она такой красивый сувенир. Но Рут Хендлер понимает, что подобная кукла уже существует, нужно только немножко ее адаптировать. Она опрашивает около 100 знакомых девушек и женщин, и маленьких девочек, и она придумывает героиню, которая должна быть очень похожа на Лили, но она должна быть очень юной. И так появляется Барби, которая пока не очень похожа на ту Барби, которую мы знаем. А вот давайте я вам сейчас покажу небольшую иллюстрацию. Вот здесь мы видим Барби, Кена, подругу Барби Мидж и Алана. Это молодой человек Мидж. Они чем-то похожи на то, как куклы выглядят сейчас, но довольно сильное мы видим различие. Барби, правда, очень похожа на Лили, у нее довольно яркий макияж, у нее похожая прическа. И к Барби почти сразу же начинают выпускать дополнительные наборы одежды. Хотя многие девочки предпочитают мастерить их на тот момент самостоятельно вместе с мамами. Но Рут Хендлер придумывает вообще гениальную на самом деле схему, когда есть кукла, которая быстро завоевывает внимание всех девочек, и к этой кукле можно бесконечно покупать или мастерить какие-то дополнительные предметы, дополнительные аксессуары. Появляется домик для Барби, появляются там животные для Барби, друзья для Барби, и вот этот мир можно бесконечно расширять. Но Барби на самом деле довольно быстро меняется, потому что девочки очень рады. Но многие родители отмечают на тот момент, что Барби выглядит, ну, какой-то слишком взрослой. Им, конечно, хочется, чтобы их девочки играли с какой-то очень милой, юной героиней. И уже в 60-е Барби становится вот такой. У нее более подвижное тело, оно называется Twist and Turn. Это очень похоже, на самом деле, на то, как Барби выглядит сейчас. А чуть позже, в 70-е, появляется Барби Малибу. Она здесь ниже. И это уже тоже немножко другой образ. И каждый раз этот образ, он отражает определенные модные веяния, которые существуют на тот момент. Ну, Барби Малибу — это тоже не последняя, как мы понимаем, версия Барби. В 80-е годы появляется Барби-суперзвезда. Ее мы сейчас как раз можем видеть здесь. И это настолько популярный образ, он очень милый, он очень добрый, у нее очень открытое, приятное лицо. И вот этот образ, он до конца 90-х годов существует. И почти все Барби, которые были в 90-е, выглядели примерно вот так. Но в конце появляется новый образ
Это Generation Girl, девушка поколения. Она должна быть чуть более современной. А вот современная самая Барби, которую придумали в 2013 году, выглядит вот так. Она тоже выглядит очень юной. Ну, мы видим, она меняется. Но что нам важно понимать? Барби за всю эту историю меняется не очень сильно. Это всегда образ, который напоминает нам, ну, примерно одно и то же. И здесь можно, конечно, задаться таким вопросом. Диктует ли Барби моду? Следит ли она за ней? Ну, можно прийти к такому выводу. Барби, она скорее показывает нам, что какие-то перемены уже свершились. Она всегда показывает образ, который не показывает нам новые представления о красоте, а она нам демонстрирует, что вот сейчас красота такая, люди между собой договорились, а Барби, она всегда должна быть приятна наибольшему количеству людей, наибольшему количеству девочек, с ней всегда должны хотеть подружиться. Поэтому, несмотря на то, что она меняется, и иногда довольно сильно, если мы вот эти образы сравниваем, это примерно один и тот же персонаж, это примерно одна и та же героиня. Ну вот какая она? Барби появляется в тот момент, когда, с одной стороны, женщины многие, особенно в США, не работают. Их основная задача — это вот быть идеальной женой, матерью и хозяйкой. Но вместе с тем многие женщины уже говорят о том, что они на самом деле хотели бы работать, они хотели бы добиваться карьерного успеха. Ну и в мире ситуация не одинаковая. И разные люди начинают выбирать для себя разные сценарии. Соответственно, девочки маленькие видят перед собой очень разных взрослых женщин. Что происходит? Барби, с одной стороны, очень красивая, очень женственная, и она вполне вписывается вот в эту картинку идеальной девушки, которая вот вскоре выйдет замуж, станет матерью и прекрасно проведет там свою жизнь в небольшом городке. С другой стороны, почти сразу Барби начинает осваивать разные профессии. Но сначала это что-то более такое обобщенное, отстраненное. Например, появляется Бизи Барби, Busy Girl, но сейчас это можно перевести как деловая Барби, там, Барби на работе. Не до конца понятно, чем она занимается, но это такая очень хорошая офисная работа, и девочка может придумать практически все, что угодно. Барби начинает осваивать быстро очень много разных профессий, но если мы посмотрим, что это за профессии, мы тоже увидим с вами, что это определенное представление о человеке. Это творческие профессии, иногда это спорт, но это очень редко связано с тяжелым, например, трудом. Это обычно не связано с какими-то низкооплачиваемыми профессиями. То есть это такая картинка успеха, который должен выглядеть достижимым, но при этом про него интересно пофантазировать. Ну, в последние там, 15-20 лет все довольно сильно меняется. Если мы посмотрим, то сейчас мы увидим, что есть, например, Барби-палеонтолог, есть варианты Барби, есть Барби-астрофизик, например. Есть разные варианты Барби, которые высокими технологиями занимаются. То есть вариантов становится все больше и больше, и Барби нам всегда показывает, насколько разнообразен мир профессий. Ну, вот из самого интересного я бы отметила несколько выпусков Барби в разные годы. Барби баллотировалась в президенты, и Барби была астронавтом несколько раз, и даже по легенде совершала высадку на Луну. То есть это очень активная на самом деле девушка, которая и красивая, и в работе себя хорошо проявляет, и, конечно же, у нее очень разнообразный мир, в котором живут ее родственники и друзья. Ну вот про родственников. У нее есть младшие сестры, Скипер, Стейси и Челси. Ну, Челси в моем детстве иногда называли Келли или Шелли, там иногда имена меняются. Но вот картинка такая, у нее есть младшие сестры, и Барби очень заинтересована в своей семье и в ее благополучии. Она нам всегда показывает такую идеальную старшую сестру, которая обо всех заботится, которая всем помогает, которая находит общий язык с сестрами разного возраста. Но мы ничего не знаем о родителях Барби, кроме имен. Их зовут Роберт и Маргарет. Ну вот совсем недавно начал выходить мультсериал, где они более-менее представлены, но долгие годы родители Барби, они были такими фигурами, которых она, конечно, очень любит, они очень для нее важны, но они всегда остаются немного в тени. Это такой мир без совсем взрослых людей. Конечно, Барби и ее друзья, они технически взрослые люди, но
очень редко там появляется фигура родительская, но иногда тоже бывает, но не в случае с родителями Барби. И отдельного разговора заслуживают на самом деле ее друзья. Вот мы уже посмотрели на картинку, где она с Кеном, Мидж и Аланом. У Барби и Кена очень долгая история отношений. Кен появляется в 1963 году, чуть позже появляется Мидж. То есть это такая история. Барби не может быть одна, у нее всегда есть компания, но они с Кеном, например, никогда не заключали брак. Она очень много фантазирует, наверняка вы видели Барби в свадебных платьях и не один раз, но никогда это не факт свадьбы с Кеном или с кем бы то ни было еще. Ну, ненадолго они расставались, и у Барби были отношения с таким молодым человеком, как Блейн. Это было в 2004 году. Потом они с Кеном сошлись обратно, и вот сейчас они опять пара, но никогда у них не доходит до момента, собственно, самой свадьбы. Они всегда о ней думают, они могут к ней готовиться, никогда этого не происходит. Но, например, подруга Барби Мидж, которая куда менее эффектная девушка, которая куда менее амбициозная, которая намного больше похожа на девочек, которых мы видим в повседневной жизни. Она не такая идеальная, она живая, она очень милая. Вот Мидж, например, за своего молодого человека Алана вышла замуж. У них на данный момент двое детей, это тоже все очень постепенно происходило. То есть мы видим, такие процессы в мире Барби возможны, но сама Барби, она очень надолго задерживается в той стадии в жизни девушки, когда у нее есть молодой человек, у нее есть какие-то планы и стремления, но это пока только планы, это такая красивая мечта. Ну, конечно, в окружении Барби появляются и другие друзья. И вот, например, если мы говорим там о 90-м году, когда выходит кукла Барби, у Барби две ближайшие подруги, это Тереза и Кристи. Ну, видимо, они так все очень по-разному выглядят. А если мы посмотрим на постер, мы увидим еще подругу Барби Киру. Она азиатского происхождения, Кристи афроамериканка, а Тереза латиноамериканка. Это показывает нам, что Барби очень открытая личность, она готова дружить вообще со всеми, вокруг нее очень разнообразный всегда, очень разнообразная компания. И мы видим, что вот когда Барби занимается детским саммитом, ее подруги к ней с радостью присоединяются и показывают другим девочкам, что вообще можно быть не обязательно Барби, можно быть вообще какой угодно. Ну вот, можно себя тоже по-разному проявлять. Ну, вот этот мир Барби, он довольно сильно меняется, но как в случае с внешностью, он всегда показывает нам, что какие-то процессы в обществе произошли, и вот подруга Кристи у Барби появляется в 1968 году. До этого это на самом деле в США такой спорный вопрос, может ли у Барби быть подруга афроамериканка. Это непростая тоже история, но в 1968 году общество как-то приходит к пониманию, что да, может, все прекрасно, они могут дружить, а уже в 1980-м Барби и сама выпускается уже в разных версиях, где она может быть тоже афроамериканского происхождения. Вот я вам сейчас покажу, как выглядела первая Барби афроамериканка. И, кстати, тогда же в 80-м году запускается коллекционная серия «Куклы мира». И Барби заговорила о том, что мир вообще очень разнообразный. Да, вот мы здесь видим сверху, это первая Барби афроамериканка. А вот здесь мы видим уже более современную Барби, 2010-е годы, и она выпущена к африканскому празднику Кванза. То есть она демонстрирует нам, что вообще-то есть разные культуры, можно тоже на них смотреть, можно на них обращать внимание. И сейчас Барби также демонстрирует, что не только происхождение может быть разным, а вообще люди очень-очень разные. В 97-м году у Барби появляется новая подруга. Это подруга Бекки, вот она здесь сверху, очень симпатичная. И Бекки передвигается на инвалидной коляске. И здесь мы понимаем, что происходит вот еще одна очень важная веха. То есть одна из самых известных компаний по производству игрушек в мире показывает детям, что действительно особенности здоровья могут быть разные, но это не мешает дружить, это не мешает вести активный образ жизни. И Бекки, честно скажем, она становится не самой популярной куклой, но есть несколько ее выпусков, и даже есть выпуск, где она становится паралимпийской чемпионкой, показывая, что на самом деле вообще ничего
не предел, и всего можно достичь. Но на нижней фотографии мы видим, если присмотримся, здесь вообще очень разный набор персонажей. Здесь есть, например, девочка с протезом, есть девушка со слуховым аппаратом. И вот, вот этот момент демонстрации того, что люди, правда, очень разные, но это не делает их хуже или лучше, это просто нам демонстрирует разнообразие, которое существует в реальном мире, это то, что сейчас Барби и ее друзья тоже стараются демонстрировать. На самом деле все не так просто. Дело в том, что Барби на протяжении своей очень долгой истории сталкивалась с критикой. И уместно поговорить о критике применительно к тому, когда Барби попадает в СССР и потом в Россию. Точной даты мне найти не удалось. Кто-то вспоминает, что уже в 80-е мог каким-то образом приобрести куклу Барби. Ну, остановимся на том, что это самый конец 80-х и самое начало 90-х. Хотя тоже кукла Барби становится доступна не для всех и не для всех сразу. И об этом достаточно красноречиво свидетельствуют письма к Борису Николаевичу Ельцину, где у него маленькие девочки просят куклу. То есть вот так просто пойти в детский мир и купить, это не у всех на тот момент получается. И, конечно же, Барби, как любое новое явление, привлекает не только восторженных там девочек и их родителей, но и людей, которые задают ей вопросы. Ну, сразу скажу, что задают ей вопросы примерно одинаковые вообще во всех странах мира. Но что происходит, когда Барби приходит в СССР и потом в Россию? Ну, конечно, на нее смотрят как на героиню из другой культуры и сразу же спрашивают, насколько она полезна для наших девочек, насколько она им близка. Ну, маленькие девочки в тот момент, конечно же, говорили, да, близка, и так оно и было, но взрослые люди забеспокоились. Я даже сама помню статью, которая называлась «Не Варвара, а Барби», которая как раз вот в такую лингвистическую игру вступала, потому что Барбара или Барби — это же то имя, которое в русском языке имя Варвара. И там колумнист, взрослый дяденька, которому вообще не надо уже про кукол думать, как будто бы он очень серьезно рассуждал, что вот назвали бы куклу Варей или Варенькой, она бы сразу была добрее и милее и ближе для девочек, а вот она какая-то Барби, что-то тут не то. На самом деле это, конечно, вообще несостоятельные обвинения, но определенные вопросы случились, так же, как очень часто говорят о том, что Барби создает нереалистичные представления у девочек о том, как выглядят люди. Я как маленькая девочка в прошлом, которая играла с Барби, считаю, что это немножко надуманные обвинения, потому что девочки видят и окружающих людей тоже, и могут вполне получить представление о том, какие они бывают разные, и ну, ни одна научная экспертиза не установила прямой связи между тем, что вот есть куклы, не только Барби, вообще куклы, любые игрушки, и тем, что потом вот у детей какие-то проблемы с восприятием, ну и не только у детей, у взрослых. Еще Барби часто обвиняют в том, что она такой символ глупости, ну вроде бы такая очень наивная девушка, которая любит наряжаться, которая любит веселиться с друзьями, а ничего полезного не делает. Но мы тут с вами уже обсудили список профессий, которые у нее есть, и ну, чтобы стать астронавтом или кандидатом в президенты, все-таки нужно приложить некоторые усилия, в том числе и интеллектуальные. Поэтому очень странно, что ее вот как-то так часто ассоциируют с глупостью, например. Для многих Барби стала таким признаком излишнего потребления. Это понятное обвинение, потому что, да, кукле надо покупать платья, дома, машины, что-то еще. Но, с другой стороны, это всегда личное дело каждого человека. Можно платье купить, можно сшить из остатков ткани, которая есть дома. Это дело абсолютно добровольное. Можно вообще ее оставить в одном платье. И тоже, если кого-то так устраивает, то почему бы и нет. Еще, конечно, Барби обвиняют там в том, что она какой-то странный образ жизни демонстрирует. Но, с другой стороны, много работ, забота о сестрах, активная жизненная позиция, много друзей, причем друзей очень разных. Ну, тоже довольно странное обвинение. И обвинение в том, что Барби сосредотачивается на американской культуре и как будто бы забывает про все остальные. Ну, с одной стороны, да, она абсолютно порождение там, той страны, в которой ее придумали. С другой стороны, вот я вам показала немножечко Барби, которая выпущена к африканскому празднику Кванза. И есть серии, вот с 1980 года они как раз выпускаются, где Барби демонстрирует представительниц
очень разных культур. Ну вот здесь там Барби принцесса инков или Барби из индейского племени. Они тоже очень симпатично выглядят. Или вот, например, Барби, которая изображает жительницу Таиланда, или Барби, которая изображает жительницу Франции. Конечно, это тоже немножко такие придуманные образы. Ну, например, вот мы понимаем прекрасно, что не все люди во Франции выглядят вот именно так. Они не ходят там с беретами, с корзинками, но какая-то попытка показать хотя бы саму идею того, что люди в мире разные, мне кажется, Барби демонстрирует и прекрасно с этим справляется. Давайте сейчас пройдем в день третий и чуть-чуть больше поговорим о том, как же дети все-таки встретили Барби, когда она попала в СССР и в Россию. Конечно, такой успех Барби, о котором мы тут уже так много говорим, он не мог не привести к тому, что другие компании в США и за его пределами пытались этот успех воспроизвести и начали выпускать свои аналоги Барби. Вот здесь мы видим достаточно малоизвестный аналог Барби, который был произведен в США, и наряду с самой Барби и многими другими иностранными товарами как раз в начале 90-х попадает на прилавки магазинов. Но были попытки и в Советском Союзе, и в России сделать свою версию Барби, которая была бы, ну, может быть, ближе к девочкам или позволила бы им выбирать среди всего этого многообразия. И вот одна из самых таких известных кукол – это кукла Вероника. К ней даже выпускались специальные журналы, которые очень похожи на те журналы, которые выпускались и для Барби. Давайте на них посмотрим. Вот здесь сразу все разнообразие, какое может быть. Здесь есть раскраски. Какие-то из них прямо говорят о том, что они про Барби. Да, давайте я просто вам передам. Да, ну, прошу смотреть очень осторожно, они довольно старенькие. Есть неофициальный журнал с выкройками для Барби и не только. И есть журнал официальный, в который предлагалось собирать наклейки. То есть Барби пришла не одна, а в сопровождении достаточно многочисленных книг, раскрасок, каких-то историй. Ну вот здесь очень хороший альбом в том плане, что можно на много-много Барби в разные годы посмотреть. И вот вы представляете, с каким разнообразием столкнулись девочки, у которых еще там за день до того ничего этого не было. Но кроме таких вот официальных и не совсем изданий, были и довольно любопытные. Так, если посмотрели, можем дальше кому-нибудь передать, поменяться. Так, кроме таких изданий, были и довольно любопытные. Вот у меня есть книжки 1993 года выпуска. Они называются «Сказки для Барби». И они к самой Барби не имеют уже никакого отношения. Это вот показатель того, насколько эта кукла была популярная, что люди просто начали писать истории, включать в них Барби и продавать это девочкам, которые, конечно, были рады почитать чуть побольше о своей любимой героине. Тоже могу вам дать полистать, чтобы вы представляли, как это вообще выглядело на тот момент. Ну, надеюсь, это отражает то, насколько это тогда была популярная кукла, но она и сейчас тоже, конечно же, очень популярная. Ну и завершая наш разговор о Барби как о феномене, о той Барби, которая у нас сейчас в витрине одного экспоната, мы подведем такой итог. Конечно, всегда это в первую очередь кукла, которой играют девочки, отыгрывая вот эти сценарии своей какой-то предполагаемой будущей взрослой жизни. Можно играть в профессии, можно играть в гости, можно играть в модный показ. По большому счету, можно играть во что угодно. Можно играть в семью, как это было у меня и у многих моих подружек в детстве. Ну, почти всегда у нас был какой-то вот этот семейный сценарий, когда куклы вместе живут, у них там есть маленькие куколки, которые изображают их детей, и там у них какие-то свои тоже довольно уютные могли быть приключения. Но Барби, тем не менее, имеет очень долгую историю.
И каждый раз она представляет собой какую-то совершенно особенную героиню, совершенно особенный феномен. И вот как раз благодаря тому, что она так долго сохраняет свою популярность и так чутко реагирует на то, как меняется общество, и на то, какие вопросы и проблемы это общество начинают интересовать, она как раз ту свою популярность и сохраняет. И я надеюсь, что еще спустя много-много лет мы будем видеть, как появляются все новые и новые выпуски Барби, которые осваивают новые профессии, которые позволяют нам подумать о том, как вообще интересен вот этот мир человеческий, в котором мы живем, насколько там все разные, необычные, и насколько вообще этот мир необъятный, и как его можно бесконечно-бесконечно исследовать. Ну, на этом, наверное, мы закончим. Если есть какие-то вопросы, то вообще с радостью можем их обсудить. У меня... Ну, самый первый у меня был Барби Щелкунчик, вот он как раз только-только вышел. Если из тех, которые попозже, то Принцесса Нищенко. Вот. Ну что ж, если вопросов больше нет, то было очень приятно провести с вами это время, поговорить про Барби, которую я искренне люблю. Надеюсь, вы тоже для себя что-то новое открыли. Ну, спасибо большое. Спасибо. До свидания.